В эфире программа «День города», в студии Наталья Новикова. Здравствуйте! Как всегда, наши авторы поделятся с вами самыми интересными и актуальными новостями. Сегодня вы увидите: тренд сезона – клуб анонимных Дедов Морозов. Мобильные дорожные юристы. В Рязань въезжает новый вид бизнеса. С дефицитом, но социально направленный проект «Бюджет Рязани» на 2016 год внесен в городскую думу. И обо всем подробно. Проект бюджета города Рязани на 2016 год передан в городскую думу. До конца ноября планируется провести все необходимые процедуры для его принятия. Глава администрации города Олег Булеков передал проект документа главе муниципального образования, председателю Рязанской городской думы Андрею Кашаеву. Мы благодарны за то, что бюджет у нас социально ориентирован. Это тоже один из самых важнейших для нас показателей. Ну и все моменты, которые здесь необходимо будет отработать, мы, конечно, совместно с администрацией. У нас время на это есть. В ближайшее время пройдут публичные слушания по обсуждению бюджета. Ну и в декабре мы на своем плановом заседании бюджет примем. Впервые с 2010 года главный финансовый документ Рязани составлен в связи с непростыми экономическими условиями на один год, подобно федеральному и региональному бюджетам. Олег Булеков отметил, что, к сожалению, не удалось сделать бюджет бездефицитным. Расходы превысили доходы на 1,5%. Зато сохранены все социальные обязательства. Более 70% средств будет направлено на обеспечение социальных гарантий перед населением в сфере образования, культуры, спорта и социальной политики. При этом бюджет сверстан по программному принципу. 80% расходов пойдет на финансирование 11 комплексных муниципальных и двух ведомственных программ. Муниципальный долг не уменьшается, но сокращаются темпы его роста. Андрей Кашаев, в свою очередь, подчеркнул, что проект бюджета внесен своевременно и, что особенно важно, документ сохранил свою социальную направленность. Детальное обсуждение основных параметров и статей городского бюджета на 2016 год будет проходить на заседаниях комитетов и на публичных слушаниях, а принят документ будет в декабре на одном из плановых заседаний Гордумы. Как известно, тяжело в учении, легко в бою. Управление регионального МВД провело крупномасштабное учение по пресечению массовых беспорядков. Прошли они на базе Дворца спорта «Олимпийский». По замыслу учений массовые беспорядки возникли из-за стычки агрессивно настроенных болельщиков, пришедших на матч по хоккею на льду. Дворец спорта может вместить более 2000 зрителей, поэтому организаторы учений рассчитывали, что в беспорядки могут быть вовлечены несколько тысяч человек. Для пресечения массовых беспорядков у Дворца спорта оперативно был собран мобильный отряд рязанской полиции, который состоит из представителей всех территориальных органов внутренних дел на районном уровне. Было задействовано более 300 полицейских. Внимание, отряд, к бою! На площадке перед Дворцом спорта представители ОМОН и МВД провели с мобильным отрядом тренировку по пресечению массовых беспорядков. Также были отработаны задачи, предусмотренные замыслом учений. Полицейские слаженными действиями блокировали толпу, вычленили зачинщиков и прекратили хулиганские действия. Руководство регионального ОМВД положительно оценило слаженность действий мобильного отряда по пресечению массовых беспорядков. В Рязани проходит 4-й студенческий интернациональный фестиваль в рамках форума «Многонациональная Россия». Сегодня в Рязанском дворце молодежи собрались представители национальных общественных молодежных объединений, диаспор, образовательных учреждений и руководители органов студенческого самоуправления, вузов, имеющие успешный опыт участия в мероприятиях и реализации молодежных проектов по тематике мероприятия. Подробности далее. В программе форума запланировано знакомство с особенностями народов, проживающих в России, обмен опытом в области реализации молодежных и студенческих проектов в сфере образования и культуры. Мероприятие, состоявшееся в Рязанском дворце молодежи, наилучшим образом демонстрировало, как многонациональна Россия. Я уже почти 8 лет работаю губернатором, и я должен сказать, что я очень доволен, что у нас крайне редкие случаи вот такого национальных таких каких-то национализма какого-то экстремизма. Крайне редкие такие случаи. В основном вот Рязань, несмотря на то, что в подавляющем большинстве это православный город, да, и люди исповедуют православие, и традиции православия, и культура православия, значит, но она принимает
разных культурных основ, разных традиций национальных, и при этом находится общий язык, и очень мало бывает конфликтов. И стремиться мы к этому должны, потому что лучше жить в дружбе и мире, чем воевать между собой. Различные религиозные убеждения, взгляды и культуры переплетаются сегодня в затейливый симбиоз многонационального государства. Это неизбежно. Нам есть чему поучиться друг у друга. Здесь были и таджики, и узбеки. И очень много переплетено уже. Есть вот такие вплетения русской культуры в их обычаи и их культуры в наши обычаи и традиции. Значит, наверное, это неизбежно. Это должно происходить. Бояться этого не надо. Самое главное, что основы надо сохранять, идентификация. А в остальном, конечно, все лучшее, что есть у разных народов, надо перенимать это и где-то и у себя тоже использовать. В свете последних событий проводить подобного рода фестивали просто необходимо, хотя бы потому, что мы должны помнить простую истину. Несмотря на кажущиеся различия, в нашем быте мы должны дружить, делиться друг с другом прекрасным и хранить свое культурное достояние. Отличить подделку от оригинала зачастую действительно непросто. А когда дело касается продуктов питания, например, поддельная продукция может еще и оказаться опасной для здоровья. Рязанские полицейские выявили и пресекли в одном из торговых комплексов Рязани реализацию продуктов питания известных брендов с признаками контрафактности. Порой контрафактную продукцию отличить очень тяжело. Бывает так, что злоумышленники подходят к делу творчески. Ни предприниматели, ни производители не могут найти отличий. Сотрудники МВД России по Рязанской области вместе с коллегами из отдела полиции Московского района выявили и пресекли в одном из торговых комплексов Рязани продажу нелегальной продукции. По данному факту будет составлен административный протокол по статье 14.10 Кодекса об административном правонарушении, ответственность за которую предусмотрена административный штраф в размере от 10 до 100 тысяч рублей с конфискацией продукции. Стражи правопорядка обнаружили и изъяли 250 упаковок поддельной продукции общей суммой в размере 9 тысяч рублей. На упаковках были обозначения товарных знаков известных производителей. Логотипы размещались на упаковках и этикетках как открыто, так и за специальными накладками. Образцы контрафакта направлены на экспертизу. В настоящее время по данному факту проводится административное расследование. Подделки под известные бренды встречались многим, и количество товаров, украшенных именитыми логотипами и названиями, продолжает увеличиваться в геометрической прогрессии, заполняя наши рынки. Так, в селе Старолетово, в доме уроженки Вьетнама, был организован подпольный пошивочный цех, в котором трудились нелегальные мигранты. Шили они в этом двухэтажном строении верхнюю одежду, копируя известные бренды. А в Москву возите? Ну да, если заказчик с Москвы, то в Москву возим. Выяснилось, что шестеро рабочих нарушили миграционное законодательство. В отношении нарушителей составлены протоколы об административном правонарушении по статье 18.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Это нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания на территории Российской Федерации. По данному факту проводится проверка. Индустрия подделок брендовых вещей в мире достаточно мощная. Основными странами-производителями таких фальшивок традиционно являются Китай, Турция, Тайвань, Индонезия, Корея и Вьетнам. И порой копии брендовых вещей от оригинала отличить достаточно сложно. Ольга Харламова, телекомпания «Город». Аварийные комиссары на дорогах. В Рязань въезжает новый вид бизнеса. Служба аварийных комиссаров, или, другими словами, мобильные дорожные юристы. Чтобы понять, кто это, и познакомиться с ними поближе, моя коллега Алена Куколева даже угодила в аварию. Ё-моё, кажется, приехали. Вообще авария несерьезная, ущерб небольшой, но настроение испорчено на весь день. У меня, как и у любого участника ДТП, есть один действенный способ – выйти из машины, достать телефон, сфотографировать автомобиль, составить схему аварии и уже со всеми этими документами поехать в страховую. Однако люди предпочитают перекладывать это непростое дело на чужие плечи. Ждать сотрудников госавтоинспекции порой приходится долго, а по новым правилам, если в аварии никто не пострадал, у участников нет разногласий и ущерб от ДТП не превышает 50 тысяч рублей, водители должны оформить европротокол самостоятельно. Все казалось бы просто, но как оценить ущерб правильно? Ведь зачастую при незначительных повреждениях у авто появляются скрытые дефекты. Возместить ущерб тоже весьма проблематично. В избежание таких недоразумений участники этого ДТП решили
решили вызвать аварийного комиссара. Благодаря его своевременной помощи автолюбителям удалось избежать скандала. Что мне теперь делать? Так сильно все, да? Ремонтировать мне машину. Лучше вы мне. Мы выезжаем, фиксируем все, правильно указываем все повреждения. И чтобы меньше было у людей в страховой компании разногласий, правильно им выплатили все деньги на ремонт автомобиля. И после полного оформления мы также предлагаем клиентам произвести ремонт в нашем техцентре для полного восстановления, чтобы человек уехал довольный с нашего центра. В нашем случае аварийный комиссар оформил аварию, оказал юридическую и психологическую помощь водителям. Составляем схему в Европротоколе, указываем правильное движение двух транспортных средств, место повреждения. Соответственно, составляем Европротокол для подачи в страховую компанию для возмещения убытка. Отмечаем в Европротоколе движение автомобиля, то есть у вас два автомобиля двигались прямо, не маневрировали. Не ты, так тебя, говорят бывалые водители, потому как никто на дороге не застрахован ни от дураков, ни от рокового случая. Но теперь рязанцы могут быть спокойны. В неприятных мелких авариях, на которые раньше уходило уйма времени, им на помощь всегда готов прийти аварийный комиссар. Алена Кукулева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». И немного предновогодней суеты. День рождения Деда Мороза – чудесный праздник, который возвращает нас в детство. Дарит радость всем от мала до велика, заставляет мечтать и верить в осуществление желаний. 18 ноября самый добрый сказочный персонаж отмечает свой день рождения. Ирина Пирогова решила на радость горожанам организовать, скажем так, общественное движение, которое должно создавать потерянное новогоднее настроение. Каждый участник акции выступает в двух ролях. Он же и Дед Мороз, и он же внученька. В тот момент, когда я дарю свой подарок вот своей внученьке, она превращается в Деда Мороза и дарит свой подарок своей внученьке. В этом-то и заключается суть акции анонимных Дедов Морозов. Акция в Рязани проходит впервые, и пока что на призыв Ирины откликнулось несколько десятков человек. Специально для потенциальных участников было создано сообщество в соцсети ВКонтакте, в котором организаторы акции разобьют их по парам. Самое главное, что никто из них не должен знать своего Деда Мороза. Захотелось подарить людям радость, дать им возможность побыть хотя бы на 5 минут волшебником. Захотелось, чтобы они больше улыбались. Да, для тех, кто уже вырос и продолжает верить в чудеса. Возможно, появится команда, которая будет разносить подарки по участникам клуба. Главное, что каждый должен вручить и получить что-то ценное. Поэтому участники акции должны отнестись к выбору презента с душой. Взрослым людям часто не хватает новогоднего настроения, хочется себе его поднять таким образом. И как бы в Рязани эта акция проходит первый раз, вот очень интересно поучаствовать. На Западе это называется «Тайный Санта». Традиция дарить друг другу небольшие анонимные подарки на Новый год и Рождество зародилась в странах Содружества и по сей день популярна в Великобритании, Канаде, Австралии и США. В России же данное движение только набирает обороты. В этом году присоединился и наш город. И как отмечают участники клубов анонимных Дедов Морозов, в других городах порой дарить подарки приятнее, чем их получать. Иван Крестьянинов, Денис Беляев, телекомпания «Город». И на сегодня это все новости, которыми мы хотели с вами поделиться. Смотрите далее программу «Подробности» и прогноз погоды. А программа «День города» прощается с вами до завтра. Всего доброго и до встречи!